году весь мой огород завалился при тянении подвязки. Все столбы, все упало вместе с сеткой. В этом году вот Полуша все восстановил за несколько часов. Большая работа очень. Можно уже теперь приступать к посадке даже. Все готово. Да, летом будут помидорчики теперь. Поменял все столбы, потому что столбы подгнили. Вот, они 6 лет стояли, и сильный ветер у нас был осенью. Видео есть на канале на нашем. Вот. Мы их полностью все столбики поменяли, несущие. Вот и первозданный облик конструкции готов. Вот видно, там натянуты у нас это проволока поверху идут над рядками. Мы к ним подвязываем помидорчики, и они у нас вырастают высокие и красивые. Вот, а там дальше у нас теплица. Вот, увидите, мы ее сейчас полностью будем менять. Уже она у нас готовенькая, и мы там фундамент вырыли. Все. До следующего видео. Пока.